Следующий трек, который мы сегодня разбираем, это трек под названием «Yeo» от Shiny, produced by 17 Soldier и Way Too Easy. Да. Посмотрим, что это такое. Выложено в телеграм-канале до ее выхода артиста. Существует ли альтернативная обложка трека? Окей. Так, ну судя по вот этому, да, это что-то у нас там гиперпоп и что-то такое, по идее, да? А может быть и нет. Слушаем, в любом случае. Слушаем, зацениваем. Надеюсь, что это будет качественно, потому что, в принципе, у нас сегодня большинство треков довольно-таки интересные и кайфовые. Надеюсь, это будет продолжение того, что нам нужно. Ага. Так. Тюрбаны, да, вся эта тема. Е-тайп, да? Канкан, ед, да? Так. Бля, ну прикольный вот этот, прям его такой, так сказать, крик, да, рейдж такой, с которым он подает. Чё-то я не припомню, из наших у кого такое есть. Да нет, у Лава-то не то совсем. Лайф как бы... Нет, не орёт он, да? Как бы скрима какого-то, рейджа нет у него. Бля, неплохо. Неплохо. Я сейчас заново поставлю этот трек. Как бы стиль я понял, да? Не знаю, правда, для чего такая облога в таком случае. Ну ладно. Очень хороший переход на е-е вот это. Е-е-е-е-е. Прям, блять, охуенно вообще. Вообще очень сильный припев, структура очень сильного припева. Бля, он заебется, наверное, так петь. На концерте вообще там сдохнуть можно, наверное, будет. Короче, помню от него трек God, по-моему, да? Вот этот. Yeah, I'm all the gold, gold. Yeah, I'm all the gold, G-O-A-T, that's your...
Бля, вот эта тема, она прям выделяет его. Как будто бы, типа, я такой, нихуя себе, я такого не слышал, да, в нашей музыке. По тембру, по напору, по харизме. Это охуенный трек. Еще раз. Ой, блядь, не то это, да? Это старый трек. Да. Сегодня только, да, кстати, внимание обращали на Жоусовский ра-ра, да? Да, Скали, Стефан, да, Большой Тюрбан, вся эта тема. Короче, идея охуенная, пиздец. Охуенная идея. Мне нравится, как это звучит. Как реализовано с точки зрения, ну, типа, там, точно, не точно. Ну, конечно, блядь, надо работать над этим. Потому что вот этот рейдж, да, вот эти, блядь, крики, да, вот это давление дикое. Тут как бы и на технике тяжело остаться, блядь. И в рамках одной харизмы какой-то тяжеловато. Тут нет точно максималки. Это в целом, вот оно, блядь, не чисто сделано, но звучит охуенно. Припев сделан очень хорошо. Вот моменты, где вот бридж, типа вот здесь, да. В куплете тоже оно все, ну вот этот скрим. По реализации, блядь, тут можно оттачивать, конечно. Но по идее и по харизме, по, блядь, тому, как это, типа, вот звучит, да, особенно в припеве, это пиздато вообще. Подруг я ее кручу и как йо-йо. Прят на херах йо-йо. Четверка во мне я слома. Я без него вам как уто. Ты не спой, это тейко. Прикольно, мне Драко спевает как Дрейк. О, или может быть как Джей Коул. Блять. Странная оценка будет, вероятнее всего. В любом случае, спасибо за эту работу. Это в любом случае попытка. Это попытка охуенной музыки, скажем так. Реализация выбранного стиля. 7. Индивидуальность и харизма. 9-10 баллов, реально. Это охуенно. Реально. Это охуенно. Сейчас. Наорал. В припеве вообще все хорошо. Индивидуальность вот с этими рейджами, блядь, вот на таком стиле, я такого не слышал. За индивидуальность 100 пудов, 10 баллов. За харизму, бля, ну нормально наорал. Я поставлю 10, потому что я достаточно строго поставил в реализации выбранного стиля. Реально. Как он его придумал, пиздато. В припеве вот так. В куплете где-то вот так. В целом где-то вот.
7-8. Хуй знает. 7-8. 7-8 баллов. Че, 8? 7 или 8? Восьмерки, да? Хуярьте, хуярьте. Ну, восьмерка, да, больше. 8 и 9 харизма. Семь, восемь. Ну, бля, вот так тогда. Ну и вот так тогда. Хуй знает, бля. Короче, за то, что он иногда, блядь, мажет в куплете, да, своим давлением экспрессии, я сбавил в реализации выбранного стиля. Потому что если мы в реализации выбранного стиля поднимаем, тогда я готов доебаться в индивидуальности и харизме. Типа, знаете, типа вот так, короче, я бы поставил в таком случае. Ну, это хуй нахуй меняешь, время теряешь, да? Тогда так. Потому что это будет слишком, блядь, ну, допущением жестким, да, реально. Хуй знает. Структура ритмика. Не, вообще, честно, бля, мне хочется поставить вот так больше. Вот реально. На общий балл не отразится это нихуя, но мне хочется вот так больше поставить, потому что за индивидуальность прям вот, ну прям вот охуенно придумал. Вот мне хочется отразить это в оценке. Мне хочется его задумку и его, блядь, идею отразить в оценке. Это важно, пиздец. Хочу так поставить. Так что, сорян, я вас наебал с тем, что я прислушаюсь к вашему мнению, да, вы реально писали восьмерки гораздо больше почти все, да, поэтому один хуй семь останется все-таки. Структура ритмика. По хрону охуенно. Интрушка, предприпев, припев, куплетик коротенький, бриджик. Припев в конце, да. Интро, припев. Все хорошо, качественно, но какой-то охуенной фишки, типа как у Сими, да, с Джоусом. Там не было по структуре. Здесь то же самое. Здесь хорошо, все ровно. Ну, гораздо лучше, чем просто хорошо. Я готов 9 баллов поставить. Вот. Рифмы и образы. Прикольно в припеве. Совратил ее, подруг ее, кручу ее, как йо-йо. Брат на эрах, йо-йо. Большой тержбан по будням сплю дронг. Ой, чё пак, как жёст такой, ра-ра, охуенно. Гэнг-гэнг, да, ё, бля, надо флоу сменить. Прикольно, вот этот момент прикольный. Шайка додиков с хуем, не пишет, как нехуй делать, надо свой секс, нихуя не делать. Делать, нихуя не делать, Девятка. 8-9 баллов. Прикольный момент. И прожевался. В припеве. Драка спит, как Дрейк Джейк. Да-да-да. Про Милану. Хотя, блядь, тут вот в припеве, да, в куплете очень интересно. Гэнг, да, потом вот это, бля, надо флоу сменить. Вот эта вставочка очень прикольная. Как фишка, да? Бриджик сам по себе как фишка. Бля, как будто за структуру надо поставить больше, опять же. Как будто за структуру 10, а за текст типа 9-8. Вот такая хуйня, короче. По-моему, я не в тему его обделил. Реализация хуй с ним, но вот в куплете вот это очень прикольно идет, да? Да, больше, бля, уже не видите же нихуя. Вот эта тема, потом переход сюда, вот это, и надо флоу сменить. Охуенно сюда он залазит, да, вот этот переход, вот отсюда, и сюда он залазит.
тоже очень крутая идея. Красиво же звучит. Красиво, блядь. Как предприпев, как из бриджика переходит он в припев, да? Да и по тексту прикольно для такого стиля. Бля, крепкий трек, реально крепкий трек. Атмосфера 5 баллов точно, даже учитывая реализацию для меня, по-любому. Я думаю, что трендовость 4 балла. Потому что, по идее, да, вот этот карте, тайп биты, е-тайп биты, 4 или 5 баллов, бля. За альбом Лов получал 4. Не, братва, здесь, короче, смотрите, здесь, блядь, опять же, не про музыку, да, идея. Да, не про музыку идея. Не про артиста, точнее, а про музыку наоборот, да. Это классика хипер-поп, кто-то пишет. Ну вот, блядь, да, знатоки пиздец. В том и дело, что нет. Ну да, я про рынок, понимаете? Я говорю про рынок, братва. Классика это Моцарт играл в 6 лет на латыни. Да, на пианине. На латыни, на пианине, ага. Угу. Популярность. Не-не, не популярность. Не популярность трека, братва. Нет. Не популярность. Речь о музыке, о музыкальном стиле. Ну вы чё, пиздец, вы как первый день на стриме как будто. Четыре, пять. С другой стороны, у нас даже много продюсеров, да? Продюсеров у нас очень много даже сдавали. На конкурс продюсеров биты, да? Вамп, карти, тайбитс, там вот е, тайбитс. Много было этого? Хуй знает. Я думаю, что этого, в принципе, не меньше, чем гиперпопа. В общем. И у нас на рынке в том числе. Я думаю, это будет прогрессировать. Да. Трен 25-го. Музон трендовый. 5 баллов. Значит, с этого момента, подобным треком, в подобном жанре, без разницы, популярны они или нет, даже если артист сделал полнейшую руину, и там, например, вот такая вот, такие вот оценки, да, индивидуальность и харизма, блядь, 2-3 балла, и атмосфера 0, один хоть трендовость будет 5 баллов. Как мы помните, перешли в один момент на этом, на гиперпопе, когда он, блядь, все больше и больше популярнее становился. У нас была 4 сначала на гиперпопе, потом стала 5. Да. Поэтому я думаю так. Хороший трек, дружище. Хороший, крепкий трек. Блядь, тренируй, конечно, свои эти. Рейджи, да. Свою экспрессию дичайшую.
А так в целом все заебись. Тренируй связки, да. Тренируй связки, тренируйся, блядь. Я думаю, тейки даются с трудом пока что.